В Дубае в торговых центрах появились роботы-полицейские. Электронные стражи порядка ростом с человека, на голове фуражка. Вот такой с легкостью перемещается по холлу, приветствует посетителей и предлагает свои услуги. Например, может заменить работника на стойке информации. Он подскажет, где находится нужный магазин. Также с его помощью можно оплатить штрафы. Но главное непосредственно обязанности полицейского. Такой робот помогает найти людей, которых ищут его реальные коллеги. Он фиксирует лица всех, кого встречает, и передает в центр опознавания. Так можно быстро найти преступников в розыске.